Так, что мы сделали? Вот, посмотрите, разделили все вольеры, вот, до конца там, и с той стороны тоже. Вот, теперь у нас такие вольеры на две собаки. Одну-две собаки. Вот, и сейчас нужно будет делать, вот в таких местах нужно будет сделать стяжку, потому что это все, когда дожди, когда поливают, это все превращается в грязь. То есть оставим их примерно 1 квадратный метр земли, чтобы они могли туда в туалет сходить, покопать, если захотят. Вот, а остальное все зацементируем, сделаем стяжку. Так, здесь нужно поднимать бордюры все, потому что сетка, вот видите, вот сетка, она вся рвется внизу, вот там тоже. В общем, вот эти все бордюры поднимать, вот так вот построены у нас все вольеры, вот так у нас живут собачки, вот посмотрите. Вот здесь вот видите, грязь какая, необходимо зацементировать. Вот. Потом будем делать уже, после того, как сделаем стяжку, нужно будет зацементировать вот эти дорожки, сделать хорошие стоки для воды. Вот такие вот. Это все будет делаться. Вот. Чтобы вода во время дождей, полива уходила из вольеров. Вот. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот стока нет, вот вода стоит. Да. Вот. В общем, а вольеры вот у нас вот так вот, розочка. Вот смотрите, видите, здесь поливали, вот вода стоит, грязь. Вот все это будем убирать. Вот солнечко, вот она вода, вот. Они в воде. Но сейчас жарко, сейчас это хорошо даже, в принципе, для них. Вот. А в холодное время это, конечно, ужасно. Вон они, мои хорошие. Вот. С той стороны. Вот большой вольер. Здесь у нас вот две собаки живут. Хороший у них вольер. Такой дядя Федя, конечно, у нас постарался. Молодец. Вот. Вот видите, какая грязь здесь. Вот это все нужно будет цементировать. Вот дядя Федя построил домик для нашей Ники. Вот у нее там стояла старенькая будочка, теперь у нее есть домик хороший. Вот, теперь ей там удобно. А зимой можно будет сделать занавесочку такую из плотного целлофана или там ковровой дорожки, и будет ей тепло. Вот так вот, очень хороший домик. Вот. Ну и вот здесь вот, конечно, будем наводить порядок, тоже нужна стяжка. Вот. Работы еще много, мы просим помощи. Нам очень необходимо, ну, средств не хватает на все это. Вот. Да, мои хорошие. Чип, мои хорошие. Вот видите, здесь тоже надо цементировать.